Привет, друзья! У каждого из нас в жизни бывают моменты, когда совершенно ничего не хочется. Все лень. Лень что-то готовить, лень долго стоять у плиты, лень вообще придумывать, чтобы такого приготовить. На такие случаи у меня есть ряд блюд, которые я называю дежурные, которые готовятся просто, а едятся вкусно. И одно из таких блюд – это рис с тунцом, с консервированным тунцом, который готовится всего 10-15 минут, и в результате вы получаете вкуснейший ужин, не прилагая абсолютно никаких усилий. Почти никаких. Итак. Перец старайтесь резать как можно мельче, так как в этом блюде он самый долгоготовящийся ингредиент, и ему должно хватить времени, чтобы хорошо приготовиться. Если у меня тунец в оливковом масле, то обычно для жарки я использую вот это самое масло из банки. Так получается еще вкуснее. Если вдруг в вашем шкафу случайно скучают вяленые томаты, то им в этом рисе тоже место найдется. Мелко порезаны. Ужин готов. При подаче можно дополнить рис каким-нибудь соусом. Чаще всего я использую в таких случаях любимый устричный соус. Можно использовать соевый соус, можно дополнительно посыпать рис какой-нибудь любимой мелко порубленной зеленью. В общем, подключайте свою фантазию. А в комментариях делитесь своими простыми и ленивыми рецептами. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока!